Добрый день, дорогие мои зрители. Тут недавно я получил такую информацию от моих соседей, которые пожилые. Они сказали, что им кто-то сказал. Говорят, проверь в интернете. Вот зашел я в интернет и начинаем. Обмен водительских прав на годовой абонемент на автобус и поезд. Спускаемся. Обмен прав ваших. И вот здесь пишется. Водители старше 65, короче, пенсионеры, могут обменять свои права. Я не читаю, я просто говорю то, что я уже в тексте где-то здесь прочитал, то, что я запомнил. Обменяйте свои права, навсегда отдаете свои права в Ратхаус, у нас это ратуша или мэрия. И вы получаете один год бесплатно, годовая карта на автобус, на поезда. И это находится в Германии, в провинции Баден-Вюртемберг. Я не знаю, как другие провинции, какие у них там правила. Это годно с 1 декабря 2021 года и по сентябрь 2022 года. Здесь указывается, что они хотят больше освободить дороги от пенсионеров, потому что 1/3 аварий на дорогах делают пенсионеры, и чтобы немножко, как говорится, разгрузить также поток. И почему делают бесплатно первый год? Этим они хотят привлечь многих людей, которые, может, имеют права, но не ездят, не пользуются. И вот такое вот привлечение. Первый год оплачивает государство, а второй год уже вы платите сами. Тут расписаны все сроки, я оставлю под видео вот этот вот контакт на эту страницу. Можно ее перевести на любой язык, если открываешь, то она сразу по-немецки открывается, потому что немецкая страница. Все, всем, кому понравилась эта информация, ставьте лайки, делитесь моим видео со своими близкими, знакомыми. И надеюсь, поможете мне этим продвинуть мое видео, мой канал также. Смотрите у меня другие видео, также которые интересные. Большинство, конечно, для молодежи это, но любой может смотреть мой канал. Все, ставьте лайки. Всем всего хорошего и до скорого. Желаю всем хорошего здоровья на этот такой нелегкий год. Всем всего хорошего и до скорого.